Гастролирующий цирк в Петергофе рискует остаться без зрителей. Жители опасаются за безопасность представлений с животными, которые проходят в одном из местных кинотеатров. Из-за чего переживают люди, выяснил Василий Михеев. Переживают они на самом деле за всех и за жестокое обращение с животными. Такова и гражданская позиция. И за то, что кто-то из детей может пострадать, поскольку не уверены местные жители, что привиты животные, возможно, какой-нибудь ребенок, с которыми организаторы этого мероприятия обещают фотосессии, может укусить какого-нибудь ребенка и действительно заболеть серьезно. Ребенок после этого может... С Александрой пообщаемся, которая как раз вот и обеспокоилась ситуацией с этим цирком. Расскажите, что не так? Ну да, цирк в кинотеатре, мне самому это немножко странно. Что здесь еще может быть не так? Может не иметься разрешение от управления ветеринарией, потому что выступают артисты-животные. Соответственно, они должны иметь необходимые прививки. И помещение должно соответствовать нормам для взаимодействия, скажем так, животных и человека. Потому что на выступлении дети, и уже известно по России, несколько прискорбных случаев, когда во время выступления животные нападали на детей. Вы сейчас с директором кинотеатра общались. Да, вот можем мы с вами поговорить. Вот представители, которые сегодня пришли, без всяких документов, без всяких, как бы, ну... Они простые люди, они могут кроме паспорта ничего не иметь? Нет, значит, у них какая-то заявка поступила, коль скоро они вызвали представителя полиции. Вы все по заявкам делаете, если люди просто обеспокоились, этого не может быть, вы думаете? Если просто люди обеспокоились, они бы выяснили вначале у коллектива, есть ли у них пакет документов, они не выяснили. И ветеринарные у них заключения. Они спрашивали, они звонили руководству цирка. Ну, их не проверяем. Мы же тоже это проверяем. Мы же тоже не первый раз родились, ну, в самом-то деле. Люди сейчас работают. У них минутку. У них идет представление. Сейчас закончится представление. Подойдете к руководителю коллектива и спросите все те документы, которые должны сопровождать вот это представление. Вот и все. Чего мы устраиваем какую-то совершенно неразбериху? Ну, у вас-то с цирком все в порядке, договор. Ну, а как же? Я вот поважался представителю полиции, покажу двусторонний договор за подписью генерального директора и генерального директора этого коллектива. Понятно. Мы же работаем как положено. Мы же соображаем? Ну, спасибо вам большое. Нам документы показывать отказываются, хотя представителям полиции, которые только что здесь были, вроде как документы эти показали. Но вот сейчас мы попытаемся с руководством этой труппы пообщаться. До этого директор кинотеатра «Аврор» действительно нам показала, предъявила договор, он оформлен между компанией, которая владеет этим кинотеатром, и ИП, неким индивидуальным предпринимателем. Договор, в принципе, по форме создан, по форме его заполнили, но вот именно что касается животных, тут пока ни одной, что называется, официальной бумаги мы не увидели. Пообщались немножко с людьми, кто здесь был, с родителями. Мнения разные. Кто-то радуется, что в Петергофе ну хоть что-то есть. Кто-то действительно жалуется, что видел животных и получше состоянием. Очень счастлива, что я могу привести своего ребенка. Я очень рада, что я увидела эту афишу. И с удовольствием моему ребенку сегодня 4 годика, и как подарок она у меня пришла на представление. Цирком, если с большой буквы этого назвать, то это, ну, это сложно, потому что и номера, ну если не брать, скажем так, с животными, то остальные средние с животными, ну это... Даже и номером назвать, в принципе, это сложно. Вот сцена, на которой мы находимся, как раз здесь все это действие и происходило. Попрошу оператора показать, здесь уже убрали, но следы пребывания животных, конечно же, на этой сцене остались. Сейчас мы все-таки с руководством труппы попытаемся пообщаться. Здравствуйте, можно вас немножко отвлечь? Здравствуйте. Здравствуйте. А почему вы не хотите нам документы показать? Потому что вы не ветеринары, вы не уполномоченные спрашивать документы. Ну, мы, так скажем, представители телезрителей и представители граждан Петергофа и Петербурга. Ну, все-таки почему вы не хотите этого делать? Потому что вы не ветеринар. Ну вот, собственно, такое объяснение мы услышали, то, что мы не ветеринары, и, видимо, там какие-то либо ветеринарский язык собственный, да, не русский, либо очень сложные термины, что мы бы их, наверное, и не поняли. Вот такая ситуация в Петергофе развернулась сегодня. Документы вроде как есть, но мы их не увидели. Кстати, цирк этот планирует некоторые гастроли и по Петербургу. Василий Михеев, Максим Бочаров, Live 78.